Главное получилось то, что мы не проиграли, не пропустили. Мы играли с очень серьезной командой. Результатом довольны, качеством игры, скажу, да, недовольны. Мало получалось комбинационной игры. Ну, есть на это причины. Думаю, нам приехали в день игры, чуть-чуть сказалось, потому что очень тяжело начало игры было. Но, слава богу, повезло, что мы не пропустили в первом тайме, потому что были потенциальные моменты, что мы могли где-то пропустить. Если пропустили, было очень тяжело. Пытались маневрировать. Ну, то, что хотели, чуть не получилось контратаки. Там тщательно команду разобрали. Ну, самоотдача была сумасшедшая. За что ребятам спасибо. Все. В конце второго тайма, то есть вы выглядели физически очень подкованными, функционально, даже могли там вырвать победу где-то. Это сказалось за счет хорошей функциональной подготовки или все-таки за счет свежих замен, которые усилили игру? Нет, скорее всего, свежие замены. Чуть-чуть, можем так, ну, чуть-чуть усилили атаку, потому что до этого, ну, во втором тайме, в первом тайме еще что-то пытались сделать. Во втором тайме вообще у него не было угроз, то есть с нашей стороны соперник, ворота соперник. Да, в концовочке могли, если бы чуть поточнее где-то наши нападающие сыграли, даже похитрее, скажем так, то могли где-нибудь что-то. Ну, слава богу, что хоть 0-0. Наверное, может. Ну, я считаю, закономерно, незакономерно, по голевым моментам. Скажем так, результат незакономерен, но по игре, по отдаче закономерен. Можете, наверное, отметить своего вратаря, который сегодня был просто непробивной, поймал свою игру и вселял уверенность и защитным порядком в том числе. Скажем так, да. Правильно вы сказали, ну, я всех бы выделил, не хочу именно конкретно, пофамильно. Все, чтоб все, кто были на поле, все старались. Ну, а то и вратарь, чтобы выручать. Бойко в Лиге Европы. Финал вас вывел, так что почему? Для нас было это хорошим примером, как и, что все в футболе реально. Или последнее место играть с первым, или первое с последним, все можно. Зависит от настроя. Настрой был хороший, самоотдача была хорошая. Готовимся дальше.